Всем привет, с вами Юмилия. Вот и вышла шестая серия дронов-убийц. Го смотрите вместе. Как обычно, по традиции, если что-то упускаю, пропускаю, пишите в комментах. Поехали. Надеюсь, что я ничего не подзабыла из предыдущих серий. Ох. Ну, к сожалению, пока что на море только так вот через пиксели и приходится смотреть. Эх. Капитализм. Повезло. Или не совсем. Тебя убивать устанешь. У полезных моделей больше копий. А, типичная Джей. Всем скрылась на земле. Босс испугалась. Мы разошлись с ней. Последнее, что она сделала, натравила вас на экзопланеты людей. Зачем? Это мы и пытаемся выяснить, дурень. А это была важная улика. Была да сплыла. Джей, открой сообщение, приказ Син. Шаг первый. Полностью очистить зону высадки. Шаг второй. Проникнуть в лабораторию синдром хижины. Информации мало, но если Си нужны эти лаборатории, мы сожжем их дотла. А тот жук был ключом внутрь. У них прям все так под боком было. И раньше я думала, что люди, ну, просто такие слабенькие, и все за них делают роботы, а здесь она показала, что это далеко не так. Джей, припаркуй корабль. Хорошо, босс. Для чего вам дол? Что вообще с ней происходит? Она считает, люди сделали что-то с ее родными. Заразили тем, что она унаследовала. И? Думаю, она права. Так идем или нет? Какой резкий переход! Но мне это понравилось, как это звучало. Пугающе, страшно и круто. А к секретному лифту часом указателя нет? Злая. Ах, да. Возможно, тут охранная система против вас, ребят. Don't look. Не смотри, The Light, не смотри на свет.
Эту систему создали люди! И люди могут ей управлять! Знаете, если честно, мне она не нравится. Так, принять... Я не знаю, что это за слово, если честно. Напишите в комментах, кто шарит. Ну, я думаю, что это что-то важное, если она так это скипнула. Наверное. Лишь бы сорвать планы Син. И узнать предысторию мамы. Нет? Так ведь? Да. Секретный лифт! Там реально есть указатель? Источники говорят, что... Ну, тогда он вряд ли будет секретным. Секунду, источники она так быстро говорит? Как быстро! Жутковато. Может, прикончим быстро? Как можно быстрее! Сколько экспрессии вокруг. Даров чудила с поверхности. Это у нее так травма отражается. Прикольно. А звуки не очень прикольные. Код там был какой-то написан на стене. Магнит? Дозоры ее забрали. Я лишь отбираю ценные детали. Хотя некоторые детали ценнее других. Ценнее других? А это из-за магнита, это хреновая вся, теперь я поняла. А будешь иметь дело с огромным червем? Проверено. Не, от жары они вянут. Не впервой уже. Лады, с меня хватит. А, из-за магнита ему убрать бы. И с ведьмами я тоже возилась. Но я не видела 02 с тех пор, как та бросила нас умирать. Малыш, проделав такое со мной, будешь весь красный и грустный. Что? Ему щекотно? Ты просто умничка! На чьей стороне? Пробовал тут пилить? Какая мордашка у него! Что она? Она кусается. Кусается. Магнитики. Это успокоительные? Ему не показалось странным, что если магнит не магнитится, то тут что-то не так? Ведьма нет. Фу. Откуда вы знаете маму? Она крутая? Или все же отстойная? Ну, как-то она так сказала, типа, с тех пор, как она нас бросила. Так что... Дуй к тем обратно.
Ей сейчас нужно просто ее отвлечь. Да ты прям ее точная копия. Не считая желтых глазок. Эй, полегче. Вы не того хватит. Мори. Да? Она считала убить всех людишек крутая затея. Погоди! Прошу! Прорывается как-то сквозь эти магниты! Я не понимаю, о чем! Кидалово! Он так это делает! Прикольно! Они же ведь там, так? Не волнуйся, мы спасем Ви. Что она там пишет? Насчет УЗИ? И УЗИ? Погляди на землю, Энн. Тесса, у нас нет времени. УЗИ, видимо, нет в ее планах, да? Они не могли покинуть офис! О! И нам не стоит уходить. Стой! Прошу! Секунду. Мне кажется, я кое-что заметила. Вот, цвет у нее сменился на желтый. Минус земля. Оно мутирует в поврежденный ИИ. Сначала оно захватило Син, затем все остальное. Здешние люди видели, что творится. Они хотели изучить это. Видели, что творится. Они хотели изучить это. Блин. Охренеть. В итоге лишь распространили. Но... Сколько инфы за одну серию? УЗИ! Я в шоке! Ты ведь ей поможешь, да? Ты же для этого здесь! Вряд ли. Я здесь, чтобы найти зараженных дронов. И убить как их. Как попадем в лабораторию и найдем список. Я хочу, избавиться чтобы от них. Ты выбрал вселенную вместо маленького дрона, Энн. До того, как она потеряет себя. Слушается, неужели? Стой, динозавр! Ни хрена! Стой! Это было бы слишком просто! Ну, в целом, ее план сработал. Немножко не так, как она хотела, но... Главное, результат. Батарейки! Оу, не обращайте внимания. Даже с магнитами! Охренеть!
изначально было ясно, что Узи не так проста, но чтоб вот ну настолько... ее спасать и не бросила. Ого. И ни одной царапинки. Проснись и пой, дружок. И не говори, что я ничего не делаю. Узи ранена! Мы уходим! Я могу помочь! Ты сказала, что контролируешь дозорных! Я... Но они не могут отключить меня! Нам просто Делай нужно... Делай, как знаешь! Энн? Она меня раздражает. Человек, имеется в виду. Все в порядке, Энн. Я не была до конца честна с Ви. Что она бормочет? Ау, моя голова! Энн! А у него там сложный выбор. Весь мир или Узи? О. Музыка идеально подходит сюда. Hold still. Оставайся тут мирно. Заманили в ловушку. Лежит как на ладони, с ключом. Пожалуйста, place me on, разместите меня на ридере. Как удобно. Это ловушка. Да, идеально, да. Как-то даже слишком. Нет. Забей. Нет. Они ее прям бояться начали. Эй! Чертовски удобно, да? Боже, остановись, остановись, остановись! Бедная букашечка. Неопознанный юзер. Фу. Не надо встречаться с моим роботом. Он вообще-то личность! Сама фу, злюка! Да серьезно? Это была реально приманка-ловушка? Thank you.
Она так жалостью на нее посмотрела. Эпично! Ничего не скажешь. И как раз тем шумом она их приманила. Ой-ой, кажется, я не полностью человек. Не полностью человек, а? Создатели дронов-убийц или же нет, но наконец-то ты получаешь сюжет и больше ответов, нежели чем вопросов. Повествование стало куда ясней, понятней, интересней, и все так динамично прям было. Такое жалко в самом конце. Не до конца понимаю, что происходит с Узи. Есть некоторые догадки, как будто ее телом пытается завладеть другой человек, другая личность. Хотя, наверное, не совсем уместно здесь произносить слово «человек», но все же, этот человек, она меня все-таки подбешивает. Да, вначале она там пыталась заняться вот этой вот погоней, но в то же время, может быть, пока что это так, но она прям супер высокомерная, что ли. И вот эта вот ее фраза, типа «не надо встречаться с моим роботом», она это подтверждает. Спасибо большое всем тем, кто говорил мне о том, что вышла новая серия. Если я что-то упустила, пишите в комментариях. Пресс F для Ви, но я все равно внутри, в глубине своей души, буду надеяться на то, что каким-то образом она спасется или же как-то ей смогут помочь. Просто после просмотра Джоджо я начала понимать, что если персонаж умирает, и мы это с вами видим, как зрители, это не означает, что он по-настоящему умер, и в будущем каким-то образом он может спастись. А с вами была Юмилька. Спасибо большущее за просмотр моей реакции, и всем пока.